Приветствую, я Дерек Уокер, пастор библейской церкви в Оксфорде. В прошлый раз мы говорили о важности и силе благодарения. А в этот раз мы сконцентрируемся на хвале. Мы говорили с вами о том, что благодарение признает Божью благодать и Божью силу, которая движется в нашей жизни. Признавая Божью благодать, мы на самом деле вводим Божью благодать в действие или продолжаем это действие благодати в нас. Приходя к Богу с благодарением, мы активируем Божью благодать и Его обетование для нас. Это приводит нас туда, где мы можем принимать благодать Божью. И точно так же, когда мы принимаем веру и ответ от Бога и Его благодать в наших сердцах, мы можем высвобождать эту благодать через наши дела и через наши слова. Мы можем снова активировать эту благодать, почитая Бога и благодаря Его за то, что Он услышал нашу молитву. Мы видели это в жизни Иисуса. Когда он воскресил Лазаря, он сначала помолился Богу и затем принял веру и начал благодарить Бога, что он его услышал. Через его благодарение благодать продолжила свое действие. И затем он произнес повеление. Сказал Лазарь, выйди вон. В результате его дух вышел из рая, и его тело вышло из гробницы. Но для высвобождения Божьей силы неотъемлемой частью было благодарение. Сейчас мы переходим к хвале. В то время как благодарение сконцентрировано на том, что Бог и сделал, делает и еще сделает для нас в своей благости и благодати, хвала сконцентрирована на том, каков наш Бог и на Его величии, внушающем нам благоговение. В 47-м псалме говорится о том, как мы должны хвалить Бога. Велик Господь и всехвален. То есть мы должны славить Его в соответствии с Его величием. Поскольку Он велик, мы должны воздавать Ему подобающую великую хвалу, хвалу, которая возвеличивает великого Бога. Его величие безгранично. Такой же безграничной должна быть наша хвала. Мы никогда не можем прославить Его больше, чем нужно. Он заслуживает наивысшей хвалы. Мы никогда не сможем его перехвалить. Мы должны возрастать в своей хвале Богу постоянно. По мере того, как мы будем прославлять Бога в Его величии, Он будет возвеличиваться в наших сердцах и в нашем разуме. Мы сможем правильно смотреть на вещи, потому что Бог в нашем разуме будет большим и сильным. Чем больше мы своей хвалой будем возвеличивать Бога, тем меньше в сравнении покажутся нам наши проблемы. Давид сталкивался с разного рода трудностями, когда Саул гонялся за ним, пытаясь его убить. Но в псалмах мы видим, что во всех этих ситуациях Давид продолжал возвеличивать Бога. Давайте посмотрим 33-й псалом. Здесь Давид благословляет Бога постоянно, заметьте это. Это и ему приносит благословение. Это его образ жизни — благословлять Бога. Он знает, что его хвала благословляет Бога и меняет его с самого к лучшему. Он говорит о том, что он хвалится Господом. Итак, 33-й псалом. «Благословлю Господа во всякое время, и в доброе, и в злое, хвала Ему непрестанно в устах моих». «Господом будет хвалиться душа моя». Услышат кроткие и возвеселятся «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Когда мы Его хвалим, мы хвалимся Господом и Его величием, мы превозносим Его имя превыше всего, и мы возвеличиваем Бога. Он использует слово «величаю», «возвеличиваю», «хвалюсь», чтобы превознести Его имя. Это то, что мы делаем в хвале. Мы открываем свое сердце и провозглашаем, как велик Бог. Поэтому прежде чем принести Богу какую-то трудную ситуацию, будет лучше сначала поблагодарить Бога за все, что Он уже сделал для нас, и прославить Его за Его силу за Его величие и за Его благость. Когда мы начинаем возвеличивать Бога, нам становится легче поверить, что Бог может ответить на нашу молитву и что Он может нам помочь. Для Него нет ничего невозможного. Поэтому лучше начинать молитвы с хвалы и благодарения. Это готовит путь с нашим прошением. Хвала благословляет Бога, и она приносит нам много преимуществ. Сегодня мы рассмотрим шесть преимуществ хвалы для нашей жизни. Шесть вещей, которые через хвалу Бог осуществляет в нашей жизни. Номер один. Хвала вводит нас в Божие присутствие и вводит Его присутствие в нас. 21 Псалом, 4 стих говорит об этом. «Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля». Бог пребывает там, где Его славят. То есть это вводит наши сердца в Божий тронный зал. И это вводит Его самого в наши сердца. На самом деле нет другого доступа к Богу, как только через хвалу и благодарение. 99-й Псалом, 4 стих, говорит об этом. «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Благословляйте означает хвалите. Исаия описывает град Божий, где пребывает сам Бог. Это глава 60, -я. и назовут тебя городом Господа Сионом Святого Израилева. Я соделаю тебя величием навеки. И узнаешь, что я Господь, Спаситель Твой и Искупитель Твой, сильный Иаковлев. Не слышно будет более насилие в земле Твоей, опустошение и разорение пределах твоих». А теперь послушайте, как именно мы приходим к Богу, как выйти в место, где нет опустошения и проклятия, в место, где пребывает мир. Здесь сказано «будешь называть стены твои спасением». А спасение означает полноту всех благословений. «Будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою». Поэтому стены, окружающие Бога, — это спасение. Спасение. Нужно входить в это место через спасение во Христе, но также для того, чтобы войти в полноту того, что Бог имеет для вас в своем присутствии, нужно входить через Его врата. Они зовутся вратами хвалы. То есть хвала — это единственная дверь, всеминутное Божие пребывание, где вы найдете полноту всего, что Бог имеет для вас. Нужно входить туда, через врата хвалы. Поэтому хвала имеет огромное значение для того, чтобы войти к Богу и в полноту спасения. Второе преимущество — хвала вводит нас в полноту победы. 105-й Псалом «Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою». Хвалиться Твою славою еще означает иметь триумф быть в победе. Триумф настает после одержанной победы. Это триумфальная процессия. Это празднование окончательной победы. Когда мы славим Бога, мы не просто просим Его даровать победу, но прославляем Его за то, что Он уже победил. Поэтому через хвалу и благодарение мы стоим в вере в то, что Христос уже одержал победу. Его работа завершена, и мы отождествляем себя с Его жертвой, и мы благодарим Его и славим за Его величие. Итак, хвала вводит нас в дух триумфа, в дух победы, которую Иисус уже завоевал. Посредством хвалы мы имеем триумф во Христе. Мы имеем триумф, в хвале Божьей. То есть, хвала вводит нас в полноту этой победы. А третье преимущество — «Хвала высвобождает славу Божию в нашей жизни». Это 29-й Псалом, 12 стих. «Бог желает нас избавить от всякой печали и сетования, чтобы наша слава и наш язык возвеселились. И ты обратил сетование мое в ликование». Снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя! И да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Язык человека Его слава. Мы увидим это, если сравним 15 Псалом и деяние 2 главу, 26 стих. 15 Псалом, 9 стих в английском языке от того возрадовалось сердце мое и возвеселилась слава моя». Это место процитировано в Новом Завете в Деяниях 2 главе, 26 стихе. «От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, возрадовалась слава моя, возвеселился язык мой». Другими словами, ваш язык — ваша слава. Ваш язык — это ваша слава, главным образом потому, что ваши слова выражают и проявляют то, что вашим сердцем, главная причина, для чего Бог дал вам язык, это чтобы вы славили Его. Это главный член тела, которым вы должны славить Бога и высвобождать Его славу. Поэтому ваш язык ⁇ это ваша слава. Мы славим Бога всем своим телом, но главным образом языком ⁇ язык, ведущий орган. Ваш язык ⁇ ваша слава. Также это означает то, что когда вы произносите хвалу, вы высвобождаете его славу. Не просто внешне, как словословие ваших уст, но ваши слова содержат в себе Божью славу. Аллилуйя. Вторая книга Паралипоменон, Пятая глава гласит, «И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа. И когда загремел звук и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо он благ, ибо во век милостиво. Тогда дом, дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Мы с вами, дом Божий, мы храм Бога Живого. Здесь сказано, что когда они славили Бога, то Его слава наполнила храм. Точно так же, когда мы славим Бога, мы высвобождаем Божью славу, чтобы она наполнила Его мы – Храм Божий. Итак, хвала Богу высвобождает Его славу в нашей жизни. Хвала приносит присутствие Божие, атмосферу небес в наши сердца и жизни. Вы помните стих «Но ты, святой, живешь среди словословия Израиля». Бог пребывает среди хвалы своего народа. Поэтому, когда мы славим Его… Его присутствие и слава течет из нашего духа и наполняет нас. Когда мы славим Его, мы как бы этим приглашаем Его дух течь из нашего духа, из нашего святого святых в наши души и тела. И, разумеется, это то, чего мы желаем. Поэтому хвала имеет столь важное значение. Мы должны высвобождать в нашу жизнь Божью славу, которая уже в нашем духе. Деяние. 16 глава. Около полуночи Павел и Сила, находясь в тюрьме, молясь воспевали Бога. Узники же слушали их, то есть они делали это громко. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темнице. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Это было необычное землетрясение. Произошло сверхъестественное действие именно в той части, где стояла тюрьма. Никто не пострадал, но все двери тюрьмы отворились и узы ослабели. То есть достигнута конкретная цель. Заметьте, что когда они славили Бога, высвободилось присутствие и сила Божия. Земля поколебалась, убирая все удерживающие барьеры, все, что их стесняло и ограничивало. Нам кажется, что естественное трудно поколебать, Однако у духовной сверхъестественной силы гораздо больше власти над природой. Все двери темницы открылись, и все узники освободились от того, что их связывало. Так же и вы. В самое тяжелое время, в страшный период, когда враг держит вас в рабстве, если вы всем сердцем начнете прославлять Бога, как это делали Павел и Сила, Сила Божья высвободиться, чтобы освободить вас от всяких оков, чтобы открыть для вас двери возможности, которые были заперты до этого, для того, чтобы вы могли выйти на свободу к новой жизни. Хвала предшествовала тому, что была высвобождена Божья сила. Результатом этого также стало спасение темничного стража и всей его семьи. Итак, сила Божия и слава Божия высвобождаются через нашу хвалу. Матфея 6 глава, молитва Господня. Как она начинается? Она начинается со слов «Да светится имя Твое», «Да придет Царствие Твое», «Да будет воля Твоя», то есть проявится и на земле, как и на небе. Обратите внимание на порядок действий. Сначала мы должны почтить имя Божие через хвалу и поклонение. Да светится Имя Твое. Это активирует Божью благодать и делает нас способными принять благодать. Мы принимаем правильное положение перед Богом. Потом мы можем молиться, да придет Царствие. А что такое Царство? Согласно 14 главе Римлянам, Царство Божие ⁇ это праведность, мир и радость в Духе Святом. То есть Царство Божие... Это все, в чем мы нуждаемся. Это Божья благодать, это Дух Святой. Итак, во-первых, мы светим Его имя, и это готовит путь для того, чтобы Царство Божие вошло в наши сердца посредством Духа Святого, через присутствие Духа Святого. Итак, мы начинаем с того, что почитаем имя Божие, и это открывает наши сердца принять Царство Божие, то есть исцеление, силу, жизнь. Его благодать течет в наши сердца. Это царство приносит нам праведность, то есть наставление для жизни. Мир и радость, ну и еще многое другое. Сначала мы славим, светим Его имя, а потом мы можем принять в свои сердца царство, Божию благодать. Царство в нашем сердце является основанием для того, чтобы была явлена воля Божия, чтобы совершилась воля Божия в нашей жизни. Как только мы принимаем Царство, благодать и Дух Божий в свое сердце, мы можем осуществлять волю Божию в нашей жизни. А как мы можем ее осуществлять? Через то, что мы молимся, говорим и покоряемся, через шаги послушания по мере того, как Он ведет нас шаг за шагом. Так мы выражаем Божью благодать, которую приняли. Верой мы принимаем Дух Божий, и затем через послушание веры мы высвобождаем Дух Божий в свою жизнь. Поэтому хвала! Важный шаг для высвобождения Божьей благодати в наши сердца. Итак, четвертое преимущество — хвала избавляет нас от духа тяжести и депрессии. Исайя 61 глава говорит как раз об этом. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Обратите внимание, вместо унылого духа — славная одежда. Когда вы оденетесь в одежды хвалы, это изгонит из вас дух уныния. Пятое преимущество — хвала великолепна, и она красит нас и наш характер, приводит нас в полноту того, какими сотворил нас Бог. 32-й Псалом. Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично словословец. Вы прекрасны, когда славите Богом, и Его красота действует в вас. Хвала помогает раскрыться нашей истинной христианской природе. В 149-м псалме говорится, «Да хвалят имя Его с ликами на тимпании гуслях, да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу Своему». Особенно, когда они Его славят прославляют смиренных, прославляющих Его спасением, то есть целостностью. То есть многое из того, что является красотой нашей личности, запрятано где-то внутри, но когда мы славим Бога, это открывается в нас, подобно цветку, который цветет и раскрывается в лучах солнечного света. Мы цветем под лучами Божьей славы. Он полон любви к нам всегда. Мы входим к Богу через хвалу и поклонение. В результате наше естество выходит на поверхность, мы расцветаем и приносим плоды. Шестое преимущество ⁇ хвала высвобождает духовную силу в наши сердца для жизни в силе Его, чтобы мы могли осуществлять Божью волю. Хвала высвобождает силу. Восьмой псалом. Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Это хвала. Мы говорим о том, как величественно Его имя. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Обратите внимание на слово «устроил». Это значит «предназначил силу». Об этом говорится и в Новом Завете. Евангелие от Матфея, 21 глава. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осана сыну Давидову», вы негодовали и сказали ему «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им «Да». Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Иисус процитировал восьмой псалом. Но он здесь говорит, не предназначил силу, а усовершенствовал хвалу. В русском это слово устроил то есть для Божьего народа предназначенная сила. Это совершенная хвала. Хвала высвобождает духовную силу в наши сердца, осуществлять волю Божию и быть стойкими под давлением. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Обратите внимание, что Бог выбирает самых слабых верующих младенцев в качестве примера для всех нас. Если это работает у младенцев, то и у вас сработает обязательно. Если мы отдаем свои уста, воздаем Богу совершенную хвалу, мы высвобождаем в свое сердце силу Божью и это дает нам силу победить врага, сделать его безмолвным. Он не сможет больше нападать на нас. Наша хвала закрывает рот врагу. Он больше не может нас обманывать. То есть хвала делает нас инструментами Божьей силы и власти, делая голос врага безмолвным и упраздняя все его попытки нас искусить. Поэтому хвала делает нас очень сильными. С этим соглашается Неемия в 8 главе 10 стихе. «Радость Господа — сила твоя». Это были слова священника к народу во время праздника Кущей. Священник говорил народу, что они должны радоваться только в Боге. А почему? Потому что, когда мы радуемся в Боге, мы обретаем силу в радости перед Богом. То есть он говорит, что когда вы радуетесь Боге, это высвобождает силу Божию в ваши сердца. Это хорошая причина, чтобы радоваться. Также мы видим это в первой главе послания к Колоссанам. Павел молится, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его. Мы укрепляемся Его силою, мы приобретаем силу от Божьего могущества во всяком терпении, в трудных условиях и с трудными людьми, проявляя стойкость и долготерпение и великодушие с радостью. А теперь внимание. Благодаря Бога и Отца. Здесь говорится, что мы приобретаем силу от Божьего могущества во всяком терпении с радостью. У нас есть сила и радость продолжать поступать поистине. Эта радость дает нам силу. Здесь сказано «с радостью, благодаря Бога и Отца». Поэтому ключ в том, чтобы быть укрепленным Его могуществом в наших сердцах. Мы должны радостно благодарить Бога. Радоваться Боге. На самом деле эта радость в Боге и высвобождает эту силу для нас, чтобы мы могли жить, несмотря на давление. Слава Богу! Прекрасным примером этому может быть пустая жестяная банка. Она на самом деле не пустая, ведь внутри нее давление, которое позволяет ей отражать давление снаружи. Но если вы используете насос для выкачивания воздуха и выкачаете из банки весь воздух, она вдруг лопнет, словно по волшебству. Поскольку внутри банки больше нет воздуха, давление извне давит, и банка разрывается. Точно так же, когда у нас внутри есть силы Святого Духа, у нас есть сила преодолевать всякое давление, давящее на нас снаружи. Эту силу мы обретаем, когда славим Бога. Но если мы не поклоняемся и не прославляем Бога, у нас в сердце нет Его присутствия, и под давлением Духа этого мира мы съеживаемся и лопаемся. Еще один пример мы находим в книге Аввакума в третьей главе. Бог открыл ему, что Бог пошлет. Суд свой на Израиль, в их землю вторгнуться в Вавилонине. Их ожидает тяжкое время. Он говорит, «Я услышал слово Господа, и вострепетала внутренность моя о хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Заметьте, он говорит, что будет радоваться в Господе, какими бы ни были условия, потому что Господь сила его. Он будет славить его, и к нему придет подкрепление от Бога в тяжелые времена. Бог возведет его на высоты, то есть он сможет преодолеть тяжкие времена. Он говорит еще так, что бы ни происходило, я буду прославлять Бога. И в это время Господь будет силой моей, и мне удастся все преодолеть и пройти. Давайте скажем вместе с пророком, что бы ни происходило, хотя бы не было плода на виноградных лозах, и тогда я буду славить Его мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите, мы ждем вас.